История начинается во времена Вьетнамской войны, история про обычного солдата, который сражался за свою страну. В 1968 году он принял участие во Вьетнамской войне. Воевал он на стороне США, неся пожилую демократию всему миру. Вам необходимо пройти обучение. Для перемещения используйте клавиши A и D. Чтобы взять оружие, подойдите к нему, наведите курсор и нажмите клавишу E. Я хочу пить. Грязь и вода замедляет ваше движение. Сюда. Да, блин. Дебил, дебил, блядь.